Это ты. И ты только что закончил университет. Если ты еще не нашел себе работу, то мы тебе дадим парочку советов, как вести себя на собеседовании. Никогда не говорите ничего плохого о себе и ваших бывших начальниках. Мой шеф замечательный человек, талантище. Вот провернуть все так через бухгалтерию, чтобы никто ничего не заметил, но он умел воровать. Он умел воровать. Подайте вашу слабость как сильную сторону. Не беспокойтесь, я не буду подъедать ваши сладости на кухне. У меня диабет. Под моим чутким командованием я сделаю наш офис непобедимым. World of Tanks. Люди редко со мной разговаривают, поэтому я не буду отвлекать их от работы. Да, я клептоман, но я же и в ваш офис буду вещи таскать. Старайтесь расположиться напротив интервьюера. Сядьте поближе. Что? Сядьте поближе. Здрасте, вы мыши? Сядьте поближе! Конфуций бьет Ницше! Сядьте поближе! А! Да-да-да! Месть Мамадыша! Я знаю, да! Выбирайте для встречи классический костюм. Мне нужна эта работа. Не демонстрируйте свою политическую и религиозную принадлежность. Нет, политикой не увлекаюсь. Это отвлекает от работы, это вообще не мое. Алло, не взяли меня? Да не знаю, что-то не понравилось, видимо. Не знаю, и диплом вроде красный. Старайтесь во время интервью не отвлекаться на мелочи. Ну и как вы успели заметить, у нас довольно-таки прогрессивная шкала зарплаты идет, и в зависимости от вашей успеваемости, от вашей работы, она будет расти, соответственно. Ну и... Да-да, я слушаю. Ага. Ну и, конечно же, премии вот, заставят себя ждать, да, в связи с успешными сделками в нашей компании, которую мы сможем... Что там на премии? Если вы были уволены, скажите об этом прямо. Расскажите, а почему ушли с предыдущего места работы? Ну, дело в том, что... Это... Вы меня поймите, вы понимаете? Там как бы можно было и так, да, с одной стороны, и с другой стороны посмотреть тоже можно было. Ну, ты не разберешься. Это все одной стороны медаль, понимаете? Ну, в общем, я поругался с дочкой шефа. И поэтому развелся с ней. Ну вот же, другое дело. Узнайте о компании как можно больше. Я знаю о вашей компании все. Неуплата налогов, бесконечные откаты, отдых за счет компании. Что вы хотите этим сказать? А я по объявлению, вы же бухгалтера ищете, да? Можно?